Выяснить, по чьей вине произошла авария, будет довольно сложно. Автомобилисты не только расходятся во мнении, из-за кого произошло столкновение, но и где именно место удара. Регистратора не было? К сожалению, нет. Вот прям сломался неделю назад, кстати, вот. Было бы очень, кстати, полезно, если бы был. Водитель автомобиля Kia приехал в Казань из Чистополя. Говорит, не думал, что в столице Татарстана, где установлено большое количество уличных камер, можно мчаться с такой скоростью. Якобы владелец Volkswagen Golf, заезжая на Кремлевскую дамбу, решил обогнать весь поток машин. Притормаживать он не стал даже перед крутым поворотом. Как-то за секунду все произошло. Просто в меня справа влетает вот этот гольф в мое переднее правое колесо. Меня откидывает сюда налево, и его крутит, и он врезается в третьего участника ДТП. Ну, и он уже уехал. Вот. То есть там была скорость просто огромная. То есть ничто нельзя было увидеть вообще. То есть там. Но я ехал по своей полосе, он совершал обгон по автобусной полосе. А там как раз, видите, поворот, сужение, так сказать. И не справился с управлением. В свою очередь, владелец гольфа утверждает, что на него наговаривает. Он якобы никуда не торопился. Скорость была в пределах допустимой. И если бы водитель Kia выбрал безопасный боковой интервал, аварии не произошло. А там впереди затор какой? Почему он начал подрезать? Нет, затора не было. Ну, видимо, поворот не рассчитал, перестраиваться решил. Не посмотрел зеркала? Скорее всего, да. Из-за раскиданных по проезжей части разбитых машин на Кремлевской дамбе образовался затор. В итоге не все автомобилисты смогли его объехать. Так, через несколько минут из-за несоблюдения дистанции «Лада» 14 модели протаранила «Тойоту RAV4». Равиль Сайганов, Александр Царегородцев. Новости Татарстана. Стал очевидцем события и хочет, чтобы о нем узнали? Присылай фото и видео, а также вступай в нашу группу ВКонтакте «Мобильный репортер 24».